Привет, меня зовут Павел Абастов, и добро пожаловать на новую серию по игре Хоббит: Предыстория саги Властелин колец. Мы находимся в непонятной локации, где идет дождь. У нас сбежала пони, мы без еды, мы все замерзли, нам нужны дрова. И нас, как главного взломщика, отправили за дрова, которые вон там вот я вижу. С тебя, как обычно, царский краевский лайк, и я желаю тебе приятного просмотра. Погнали! Ой, что ж, похоже, назад пути нет. Ох, как же мне вернуться назад к гномам? Думаю, если я пройду по этому обрыву... Угу. Пройдешь, конечно, обязательно. Здрасте, у меня вот меч появился, смотри, который мы нашли, классно же. Ой, здравствуйте. Мистер Волк, мистер Волк! Мистер Несколько Волков, мистер Несколько Волков, нет! Ах ты, вот мышь мразь, а. Уйди, уходи, дверь закрой. Уходи, дверь закрой, уходи, 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 дверь закрой. Фух. Ну мы справились, да? Всех же волков победили? Или еще остались? Вроде всех. Грибочками подлечимся, а то капец, конечно. Ладно, зато мы это, зато выжили, мы кристалльчики получили, и в принципе у нас все хорошо. One moment, на кондёре поставлю скорость. Вот так вот, все. Продолжаем, продолжаем проходить. Сохраняемся. И отправляемся в путь. Ой-ой-ой. Ага, даже так. Да что ты будешь? Нет. Да. Аллилуйя. Угу. Аккуратненько. Ты не падай, аккуратно смотри, давай. Давай, давай, давай. Да блин. Угу. А вот и сундук, смотри. Изивин. Опачки, смотри, кристальчик. И пещерка, смотри, дальше есть. Изи, изи вин. Самое главное это не упасть, потому что если мы упадем, будет все очень печально, на самом деле. Ой, да конечно, я не настолько глупый, вы чё, пацаны? А, то-то же. Изи. Замечательно. Мы наконец-то смогли хоть что-то. Да.
Аллилуйя, сохраняемся. Отлично, а теперь давай посмотрим, что у нас по заданиям. 95 монет, 160 очков храбрости, потом 4 сундука и одна миссия. В принципе, мы пока идем по плану, как говорится. Здрасте. Опачки, а вот и сундук, смотри-ка. Здрасте. Мы нашли сундук. Надо все осматривать. Опачки, здравствуйте, а вот и кристальчик, смотри. Больше ничего тут нет? Давай осмотримся. Вроде бы ничего нету, да? Самое главное, что у нас пока все получается. А вот это самое опасное. Занятие. Давай. Ха. Изивин. Ага, сундук, и нам необходимо еще достать, да? Подвинем. Мы запрыгнули, замечательно. Ой, кристальчик. Что-нибудь еще? Ага, здравствуйте, смотри, есть еще кристальчик тут. Так. Угу. Вот видишь, если как бы бежать, то так можно и не заметить. А так мы постепенно все... А вон еще синие кристальчики. Так мы постепенно все проходим и все замечаем, в принципе. Сундук. Изи вин. Замечательно. Так, и вот так. Аккуратно. Так, давай посмотрим, что у нас по миссиям. Я каждый раз проверяю, чтобы было все пройдено. В принципе, пока у нас все получается. Давай искать дальше. Тут есть что-нибудь? Уступы какие, не? Нифига тут. Вот я, кстати, терпеть не мог во всех играх всегда, вот когда так от третьего лица. То есть, ну, в смысле, или это не от третьего, ну, не знаю. Ну, в общем, мне не нравится, когда вот так вот герой непонятно куда смотрит и непонятно куда двигаться надо. А, опасно! А, стоп. Я же не вижу, куда мне идти. Игра. Давай. Прыжок. О! Да ну нафиг. Смотри, 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 мышь-мразь. Ты кто? Смотри, смотри, камни кидаю. Там мышь-мразь. Вот блин, а. Надо аккуратнее тут быть. От греха подальше. Так, давай проверим еще раз. В принципе, пока у нас все получается. В принципе... Здрасте. Торин, что ты сделал с моим взломщиком? Бофур послал его за хворостом для костра. Если он еще не вернулся, то пусть убирается куда хочет. Его пригласил я, а я не имею дела с бесполезными существами. Слышь? Надеюсь, от камней он уворачивается лучше, чем собирает хворост. Я думаю, что у меня звук сильно долбит по ушам. У меня просто громкость прибавлена, кажется, была, а я не заметил. Ну ничего, я надеюсь, все хорошо. У тебя слышно? Эти каменные гиганты швыряются в меня булыжниками. Надо бежать. Надо. Да! Ах ты мышь-мразь! Уйди! Вот засранцы, а. Я сейчас камни возьму. А, подобрав некоторые предметы, Бильбо получает возможность бросать камни с большой силы. Время действия этой возможности отображается на пиктограмме камня в правом верхней части экрана. Окей. Да? А ты мне не врешь? Блин, это крутая штука, единственное, она очень быстро кончается и типа... Да. Давай. Блин, кончилось так быстро, обалдеть. Ну ничего, бывает. Самое главное, что у нас все хорошо. А у нас все хорошо.
Я точно все взял, давай-ка проверим. Да, вроде бы я все взял. Потому что больше у нас нет вариантов особо, куда идти. Придется идти дальше. Я вот так все осматриваю, чтобы ничего не упустить, сам понимаешь. Что-то мне подсказывает, что эта штука будет обрываться. Да, я был прав. А, смотри-ка. А ведь так можно и упустить. Кристальчики. Аккуратно. Сохраняемся. И берем кристаллы. Похоже, эта колонна стоит не очень прочно. Может, мне удастся обмануть этих каменных великанов? Если они ее повалят, она станет для меня отличным мостом. Угу, я уж понял. Изивин. Давай, беги, малыш. Спасибо вам, каменные великаны. Вы сделали для меня отличный мост. Отлично. Камни. Ах ты, нет, мышь-мразь, уйдите. Нет, давай, дерись. Ха. Что-то их слишком много, слушай. Я вижу сундук впереди. Вот дерется, засранец, а. Ну ничего, мы справились с дурачками. Так, давай смотреть, что тут есть. Тут есть сундук какой-то, но я, походу, туда не запрыгнул, да? Да, походу, никак туда не запрыгнул. Ладно, ничего, бывает. Идем дальше. Потому что, по-любому, тут мы не все разведали. Камешки. Ну нифига себе. Давай. Ха. Изи. Изи вин. Так, нам надо, походу, тот суд... Да аккуратно, ты что будешь делать? Блин. А, походу, когда я на лиане, меня не задевают камни, если я все правильно понял. А-а-а! Уходи! Блин, а. Лютые типы, конечно. Давай, аккуратно. Так. Отлично. Ну, конечно. Что-то мне подсказывает, что тут лучше через палку. Да, конечно. Так, сохраняемся. И смотрим, что у нас по плану. Окей, ладно. А ведь там что-то внизу есть, смотри, а. Погоди. Или мы туда еще сможем добраться, я не знаю, ну ладно. Да. То-то же. Изивин. Ах ты, мышь-мразь. Этот пол мне кажется подозрительно тонким.
Да погоди ты со своим полом. Мне бы выжить. Так, и что дальше? Угу. Нам, похоже, сюда куда-то. Вот. Да. Ха. Изи. Идем. Ах вы, гоблины, мы ж мрази. Нет, уйди. Вот засранцы, а. А мы сейчас, знаешь, что мы сделаем? Мы сейчас их камнями раскидаем. Да что ты будешь делать? Слышь? А? Как тебе такое, Илон Маск? Алло, Илон Маск! Да что ты, Илон Маск? Илон Маск! Ладно, с остальными дурачками я так разберусь. Вручную, так говорится. Давай! Дрш! Ха, изи. Изи винчо. Так. А вот и сундук, смотри, который мы смотрели. Так, секунду. Что у нас по кристальчикам? Фух, ёпрасто, я уж думал все. Так, а у нас есть ключи вообще? Потому что ключи. Да, у нас один ключ есть. Давай его используем. Или что думаешь? Не, давай все-таки используем, потому что это сложный сундук. Удар в прыжке, посох. Удар посоха в прыжке гораздо мощнее обычного удара. Применяя его, вы можете не только наносить больший урон, но и отбивать противников. Чтобы применить этот прием, нажмите Alt во время прыжка. Блин, круто, давай попробуем. Секунду. Не, стопэ. А, вот так, то есть. Прикольно, слушай, мне нравится. А там ведь, смотри, там ведь есть еще что-то, да? Там есть золото, короче, да? Стопэ. О, ха, изи-вин. А мы можем еще выше подняться, не? Не, походу нет. А тогда зачем нам камень? Ну, камень, наверное... Ну ладно, ладно, идем дальше. Ага. Ах ты! Нет! Мышь мразь! Уйди! Мышь мразь! Я сейчас умру! Да-да-да, я понял! Погоди ты со своими камнями! Волки! Волки! Нет! Ах ты! Нет! Изи, плюс жизнь у нас. Ну, волки, конечно, это капец. То-то же. Будут знать, как на меня нападать. Ага, то есть там разрушено. Мы туда не допрыгнем, походу. Ладно, идем дальше в пещерку. Не, кстати, вот почему-то меч, мне кажется, более сильное оружие против волков. Хоть у нас и посох прокачанный, конечно, но типа хз на самом деле. А мы все выполнили или нет, стопэ? Давай посмотрим. Да, мы все выполнили, отлично. Похоже, здесь не хватает нескольких деталей. Значит, разберемся, что, раз не хватает деталей. Давай изучать все, искать, смотреть. Ну и сохраняемся. Отлично, погнали. Ну все, назад дороги, походу, пути нет у нас.
Гномики, гномики. Камни есть? Вот гномики, я фиг попадешь по ним на самом деле. Да попади ты, боже. Давай. Ай. Сам возьму свои руки. Ах вы, сзади атакуете, а? Все, изи. Блин, вот тут сундуков, а? Обалдеть. Фух. Вот, блин, умели же делать раньше игр, то есть прикольные какие-то загадки, головоломки. Блин, сейчас в играх такого нет, такого плана. Сейчас какие-то головоломки... найден золотой толкатель. Сейчас головоломки в играх немножко по-другому работают, то есть надо что-то подвинуть, перетаскать, там, понять, как работает. А раньше были немножко другие головоломки, более интересные на самом деле. Ага. Найдена золотая штанга. Хорошо. Ты чё меня пугаешь? Сохраняемся. Смотрим. Ага, хорошо. Так куда нам в итоге? Наверное, сюда? Угу. Понятно. Фу! Плюс зелье лечебное. И плюс деталь, шестеренка. Отлично. У нас все получается. Аккуратно. Сохраняемся. Мы, короче, где-то не нашли кристалл. А вот где, я не могу немножко понять. Мне кажется... Ой. Вопрос, конечно, вопрос. Давай-ка осмотримся. А, вот, смотри, вот этот кристалл долбанный, который мы не нашли. Вот, блин, а. Только как его забрать, вот это вопрос, конечно. А. Понятно, понимаю. Так, сохраняемся. И смотрим, что у нас по заданиям, по миссиям, по миссиям, по миссиям. А мы 530, 1075 и получается 13 сундуков. Да, все у нас по плану идет. Отлично. Здрасте. Ага. Золото ты моё, хорошее. Там что-то есть? Стопе. Или мне кажется. Ладно. Вроде там ничего нету, идем дальше. Угу. Найдена золотая звездочка. Угу. Отлично, замечательно. Вот у нас открылся наконец-то проход. Давай посмотрим, что у нас дальше. Сохранение. Сохраняемся, смотрим, что у нас по монеткам, потому что это очень важно. Хорошо, все у нас по плану, по плану, по плану. Угу.
И теперь нам необходимо подлечиться и открыть проходик. Ага, вот оно как. Изивин. Еще раз сохранимся на всякий случай, потому что мало ли. Замечательно. Ого, где это я? Ох, что-то мне это не нравится. Мне тоже Овен это... Овен сказал, что видел Бильбо на нижней тропе. Там внизу находятся древние рудники гномов. Еще в давние времена гоблины изгнали отсюда гномов. Ныне в этих залах обосновалось множество злобных тварей. Вы, гномы, должны разыскать мистера Бэггинса. Иначе я оставлю вас тут одних, и вы путаетесь, как знаете. Да. Хорошо. Давай сохранимся. Угу. Походу, в воду мне лучше не соваться. Я потому что утону, наверное, да? А зачем лестница? Стопэ. А, я понял. Зачем лестница? Смотри-ка, тут большая локация на самом деле. Блин, я столько раз тут тонул уже на этом месте, что я уже заколебался проходить. Я тупо не могу выбраться, короче, по лестнице. И что делать дальше, я не знаю, если честно. То есть сюда я допрыгиваю, а вот дальше я выбраться не могу. О, я смог, я смог, я смог, я смог. Ура, ура, ура. Хорошо. Блин, что-то мне подсказывает, что это... И там кристалл. Что это будет тяжело. Смотри, смотри, смотри. Чукче. Найдена медная шестерня. Это хорошо. Еще одно странное устройство. И в нем тоже не хватает каких-то деталей. Это я уже понял. А там что-то есть, не? Или оттуда я пришел, да? Там кристалл наверху есть. Ага. О! Да ну.
Здрасте. Ха! Изи. Вот это будет сложно, на самом деле. И как? Ну, типа, я же упаду, не? От греха подальше я лучше, знаешь, сохранюсь, чтоб потом не было обидно умереть. Ты не представляешь, как я уже заколебался на одном и том же месте умирать, блин. Капец. Да что ты будешь делать, хоббит? Бильбо, ну-ка прыгай. Знаешь, на самом деле проще просто, наверное, попрыгать по этим штукам, чтоб не возвращаться, а то капец. Отлично, сохраняемся. Ты что? Да ну. Короче, я опять умер. Это бред. Давай заново, заново кристалл. Блин, для тебя, конечно, это в новинку, но на самом деле я заново эти кристаллы беру. Ладно, хоть додумались разработчики несколько сохранений поставить, а то обидно было бы каждый раз все это перепроходить. Это ж сколько выдержки надо. Да ёпрст, вот видишь, даже я тут умудряюсь падать. Кстати, напиши, как тебе игра, нравится, не нравится. Например, для меня это одна из самых моих любимых игр, просто игра детства. А что ты думаешь про эту игру? Мне было бы очень интересно почитать, что ты думаешь. Пожалуйста, оставь комментарий. Аллилуйя! Достали кристаллы, и нам надо сохраниться. Замечательно. Все же вроде, да, взял. Мостик. Ага, и смотрим. 1446, 745, 18. И, в принципе, круто все. Погнали, погнали, погнали. Сохраняемся сразу. Найдена стальная штанга. А вот и сундук, смотри-ка. Так, найдена стальная звездочка. Больше тут точно ничего нет, потому что мало ли вдруг я что упускаю. Будет очень обидно что-то пропустить. Камешек. Угу.
Великолепно. Найден стальной толкатель. Ага. Здрасте. Ага. И как мне тебя взять? Ага. Ха! Я у мамы скалолаз. Главное не упасть. Блин, обалдеть. Там сундук, короче. И еще где-то сундук открылся, я вот помню. А, вон сундук под нами получается. Ого. И тут сундук есть. А у нас есть ключи вообще? Давай посмотрим. Ключей нет, ну давай пытаться. Заново. Ах ты, нет, 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 да! Ха! Замечательно. Теперь нам надо как-то слезть отсюда. Вот как, это уже другой вопрос, конечно. Отсюда, может, как-нибудь? Как слезть? Фух. Угу. Понятно. Блин, а. Вот опасно. А нет, все нормально. Еще один сундук, давай искать, давай пробовать. Ах ты ж. Да. Я не успел прочитать. Удар в прыжке меч какой-то там был. Ну-ка, стопэ. Вот, удар в прыжке меч. Короче, теперь мы можем значительный урон наносить противникам. И это офигенно. И тут вот был где-то, короче, сундучок, я помню. Угу. А вот и противоядие нам досталось. И еще нам сюда надо, да, как-то добраться. Угу. Куда дальше? Стопэ. Может быть. А, боже. Правильно же я делаю? Или нет? Понял. Так, мне что-то, что-то там, что это? Ладно, давай делать. Ха.
А вот у нас наконец-то открыт мост. Сохранение. И давай смотреть, что у нас. Найдено монет 900, очки храбрости 1695, 25 сундуков и 19 заданий. Все верно, все верно. Прыгаем в гущу врагов. Ах ты мышь, мразь. Иди-ка сюда. Иди сюда. Кто тут? Гоблины. Гоблины. Гномики. Ну-ка, уходите от меня. Нет. Ах ты. Вот а... Какие, а? Замечательно. Мы все взяли, нет? Вроде бы все. А вот и ключ. Найден ключ троллей. Ключ, ключ, ключ. Так, секунду. Ключик. Ключик. Какой ключ огромный, обалдеть. Золотце. Кристальчики. И сундук, да? Блин, опасно. Давай пробуем. Заново. Ха! Нифига себе, нам золото привалило, обалдеть. Блин, а. И дыра в полу, да? Так, давай смотреть, что у нас по статистике. Еще раз проверим. Это нужно для того, чтобы, короче, ну, сам понимаешь, чтобы все выполнять. Ой. Алянка-то прорвалась у нас. Хорошо. Здрасте. Есть кто живой? Так. А чё, каменные великаны все типа кончились? А вот и сундук, смотри-ка. Ой. Здрасте. Бильбо, сюда, наверх. Привет. Гэндальф, ты в жизни не поверишь. Со мной тут такое было. Великаны и волки, и даже громадный тролль. Для рассказов времени хватит. В тепле и сухости. Хорошо. Сохраняемся. И идем дальше. Ого. Привет, Бильбо. Слышь? Слышь, гопота. Хрясь. Храп-хрясь. Везите их к верховному гоблину. Да? А ты мне не врешь? Гоблины, гномики, ну-ка уйдите отсюда от меня. Ах ты, нет, нет, одна жизнь, одна жизнь, одна жизнь. Нет. А? Кристаллы, кристаллы мои. Ну-ка. Это должно остановить гоблинов. Да ну. В тебе есть много такого, чего с первого взгляда и не разглядишь, Бильбо. Гномы разбили лагерь неподалеку, прямо за поворотом. Идем, мистер Бэггинс. Мистер Бэггинс, погнали.
Погнали, мистер Бэггинс. Ого. Нормально так кристаллов там привалило, конечно. Привет. Вот тебе твои распроклятые дрова. О, да, да. Ты отличный парень. Замечательно. Теперь давай смотреть нашу статистику и смотреть, все ли мы выполнили в этой миссии. Так, найдено монет 1100 из 1100. Найдено кристаллов храбрости 2200 из 2200. Ну, в общем, мы все выполнили на 100%. Извин. Привет. О, я забыл тебе сказать. Иногда в этих горах селятся тролли. Надеюсь, да ну. Тебе не доведется с ними встретиться. Да я уже встретился Пока с ними. Пока наш сломщик где-то блуждал, мы с Килли нашли отличную сухую пещеру. Да-да-да, что-то мне подсказывает, что эта пещерка не особо такая крутая. Постарайся не попадать в переделки, Бэггинс. Слышь, я так-то вас спасаю, дрова там нашел. Солнце уснуло, да и нам пора спать. Угу. Пора разбить лагерь, мистер Бэггинс. Мистер Бэггинс, пора, погнали. Изи, найдено монет, кристаллов, сундуки, задания, все мы выполнили на 100%. Отлично, у нас есть 1134 монетки, давай думать, что нам лучше купить. Есть, короче, сундук для лекарств, есть камни. Что лучше? Я думаю, все-таки лучше взять сундук для лекарств. Я считаю, это правильный. В общем, покупаем и давай-ка ключики. Ключики, один ключ, а больше нам не хватит, да? Блин. Ну ладно, ладно, окей. Они крепко спали в сухой и уютной пещере, когда Бильбо услышал какой-то шум. Во мраке и поднявшейся суете хоббит упал и ударился головой о камень. Очнувшись, он обнаружил, что остался один. Хм. Опять заблудился. Да. А мы сохранимся. А на этом я завершаю серию. Если она тебе понравилась, пожалуйста, поддержи меня своим царским краевским лайком. Внизу в комментариях можешь написать, понравилась тебе серия, либо нет. Также подписывайся на мой YouTube канал, жми на колокольчик. А если ты хочешь меня больше поддержать, есть спонсорская подписка. С тобой был я, Павел Абастов. Еще увидимся в следующей серии, которая уже появилась. Кликай, нажимай, смотри, и я желаю тебе приятного просмотра.